Конечно, последний подъем заболеваний в Казахстане, в частности в Алматы, наблюдалось в 2015 году, тот период, когда еще не столь развиты были социальные сети. Да? Но, конечно, панику развеять только информированностью населения. Мы должны рассказывать и рассказываем. И каждый пациент, который к нам приходит на прием, в приемно-консультативное отделение, у них тоже есть вопросы, люди напуганы. Обращаются, мы всем информируем, как протекает заболевание, как себя беречь надо, что контакт не как при таких высококонтагиозных заболеваниях, а что при вот, при тесном контакте. Только информированность, а те некоторые не соответствующие действительности, да, из ряда вон выходящие информацию там, Управлением здравоохранения, Департамент охраны общественной работы ведется совместно с ДВД города Алматы.